Польский гриб панский каштановый, алеша съедобный красавец, относящийся к благородным грибам второй категории. По вкусовым качествам не уступает царю грибов боровику. Формы напоминают белый гриб, но имеет множество отличий. Шляпка крупная, до 20 см, выпуклая, мясистая, полушаровидной формы, уплощается со временем, края подогнуты внутрь, позже загибаются наверх. Цвет от красновато-коричневого до темно-коричневого. Поверхность ровная, бархатистая. Внутренняя поверхность трубчатая, светло-желтая, при травмировании темнеет. Трубочки разной длины, от 6 мм до 2 см, с неровными краями, у молодняка они бело-желтоватого цвета, у старых грибов – зеленовато-оливковые. Высота ножки достигает 14 см, толщина до 4 см, цилиндрическая, конусообразно заострена к низу или наоборот шарообразно расширенная, гладкая без сетчатого рисунка, волокнистая. Всегда светлее, чем шляпка, светло-бурого или даже коричневого цвета. Мякоть плотная, упругая, мясистая, имеет очень приятный, съедобный запах. Бело-голубоватого или желтоватого цвета, под кожицей шляпки коричневатая, сладковатая на вкус.